Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Splinter Cell Blacklist. Давайте посмотрим, что у нас шпион. Так, это шпион и наемники. Сетевая игра. Нет. Так, это у нас что? Логово хакеров было. Вот новое. Брошенный завод. Вот те данные, которые ты просил. Спасибо. Сейчас узнаем, что у нас там. Начать задание. Есть только один вариант. Да, пора уже пощупать Ми-5. Ми-5 пощупать. В старом здании узкие коридоры. Будь осторожен. Возьми трикоптер, он поможет. Он всегда со мной. Так, сброшенный завод. Ну, не совсем помню даже, что здесь. Опа. Да, я именно такой крутой, да. Я пошел. Понял. Выдвигаюсь к точке Браво. Ага. Блин, далековато. Подхожу к заводу. Внутри засели бойцы, доставшие краденые паспорта у Нури. Стагуан Катни. Ункле. Движение на первом этаже. Лучший вариант – крыша. Понял. Так. А мне вот какая, по идее, разница? Это крыша, не крыша? Все равно я так думаю. Лишь бы забраться. А у меня тут, кстати, другого варианта-то и нету. Так что давайте-ка. Опа! Лезу по стене завода. Брикс, прикрываешь? Есть. Я в точке Браво. Ты, надеюсь, не предашь меня? На выезде грузовик. Похоже, они вывозят груз. Ясно. Сэм, впереди. На. Как ты? Красиво. Держусь. На сломанных перилах. Крыша. Я видел старые чертежи. Раньше здесь было, так что в северном стороне должен быть. Блин. Что это за миссия такая интересная? Посюда, да, должен? Опа. Ну, забрался я. Вон там. Там я там. Блин. Не слышу. Тебя что-то перебивает. Эй-эй. Кого ты там хотел поменять оружие? Стой. На. Вот и все. Чтоб не мешался мне тут под ногами. Так, патронов не хватает. И пока вроде никого и нету. Я как понимаю, там по кабелям, да, можно было идти или нет? Не могу вспомнить. Не могу вспомнить, да, как здесь проходится, конечно. Ну, в смысле, как я проходил до этого уровень. Так что с почином.
так сказать. Но все равно не помню. А где вы? А, вы внизу, скорее всего. Окей. Уверен, я что-то слышал. Не понимаю я вот этого. Какого хрена ты ходишь? Под низом-то. Идем, идем, идем. Где-то тут тайник. Наверное, с той стороны надо было идти. К тайнику. Подожди, что-то не то делаю. А, нет, все то. Опа! Послал сюда не просто тупых боевиков. А поконкретнее? Здесь опытные спецы. Инженеры-химики, снайперы, техники. Прямо сплошные звезды. Добавь в список профессиональных водителей. СМА отслеживал тот грузовик. Чувак проехал все туннели города и не один раз менял машину. Он ушел. Его груз как-то связан с новой атакой. Ясно. Так, изучить ячейку инженеров. Хорошо. Изучаем. Блин, ты ни хрен до тайника дойдешь. Ага, вот. Подожди. Тихо. Он без сознания. Он без сознания. Так и ты без сознания. Помехи. А, вот он сидит, падла. Так. Я тебе как-то можно по-другому. Ходит и ходит. Ух ты, у вас там целая банда. Так, вон они вдвоем. Ну давай. Помехи не помеховали. Даже не знаю, куда тебе там. Тайник он наверху есть. А как вот по балкам туда пробираться? Резать ткань. Режь. Куда пакости пополнишь. Ладно. Куда? Ниже надо. Пойдем ниже. Так, спускаемся, спускаемся. Раз вам так надо спуститься. Продолжай спускаться. Похоже, они сматываются. У нас мало времени. Ну, не торопи меня. Так, мне пока все есть. Еще один грузовик. Я вижу.
Хоть этот не потерять, Чарли. Юмор, что-то новенькое. Так, работайте. Я на погрузочную. Так. Заходим. Они там прикалываются. Вот и все. Несем потери. Стрелок где-то там. Где? Какие олени? Это кошмар. Ладно, надо патроны мне. Ага. Так, вниз. Ты покуда-то же поднимался или что? Ладно. Потом оставим этот вопрос. Ничего не понимаю. Ладно. А в смысле думали, что я вот так скакать буду здесь по всем этим? Не, вы ошибаетесь. Я уже ветеран боевых действий, старики, чтобы скакать вот так вот. Заходь. Я в главном офисе. Похоже, отсюда бежали в спешке. Бумаги из Ирана. Похоже, это код. Теперь да? Ясно, зачем спешка за Нури. Так. Вот так, значит, получается. Подождите. Мне вообще, что ли, никак нельзя? Ну-ка. Давай-ка посмотрим. Блин, да, никак не надо. Ну пойдем тогда. Мне и убивать их нельзя, блин. Даже втихую нельзя. Ну,
И как, блин, я тут надо шумелки какие-то, гремелки. Труба. Ну-ка, давай, давай. Блин, а чё меня там могло так засечь? Так. Что-то меня засекло. А, вон камеры, вон инфракрасные эти. Это что-то типа мини-головоломки, что ли? Вот так. Да, мини-головоломка такая Крэй, была. Путевой лист, что ты нашел? Компоненты химического оружия. Производные Вегаза. Как ты узнал? Угадал. И нашел бомбу в укупорке. Открываю. Ой-ой-ой. Как раз эта штука в укупорке, то без нее она очень опасна. Может, не надо? Они не должны найти маячок. Шанс только один. Даже пара микрограмм будет смертельно. Давай, ставь коробку, уходи. Сэм. Я в норме. Маяк на месте. Так, что, кататься поеду, да, получается? Выхожу. Ага, выхожу. Подожди. Что? Я перехватывал звонки, проходившие через ретранслятор возле фабрики. Грязный трюк, но... Это на западный берег. Под мостом поменяйтесь местами и выдвигайтесь. СМИ засек частичное совпадение голоса. Возможно, садик на территории. Сбрось координаты на Апсад. Дальше я сам. Есть. Вот так вот, опять как это месть. Месть. Сэм, пока фура не уедет, там опасно. Я тихо. Так. Забыли закрыть? It was just fine when you drove it in this morning. I don't see what would have changed. If you're scared to drive it, I can find someone else. I'm not scared, I'm just cautious. Хоп. Так. А я как понимаю, мне туда надо. А сейчас там не можно их убивать? И сейчас нельзя убивать, ё-моё! Сэм, пока фура не уедет, там опасно. Я тихо. Так. It was just fine when you drove it in this morning. Нет. I don't see what would have changed. Блин, блин, как ты там оказался позади меня? Сэм, пока фура не уедет, там опасно. Я тихо. Так. It was just fine when you drove it in this morning. I don't see what would have changed. If you're scared to drive it, I can find someone else. I'm not scared, I'm just cautious. And you should be too, mate. Давай, ты-то уходи. Показалось.
Блин. Как бы мне мимо вас-то проскользнуть? Сэм, пока фура не уедет, там опасно. Я тихо. It was just fine when you drove it in this morning. I don't see what would have changed. The beach was changed, and I don't want to take any chances, not with that load on board. If you're scared to drive it, I can find someone else. No. I'm not scared, I'm just cautious. I need to be soon, mate. Блин, блин, блинский. А как мне его? Сэм, пока фура не уедет, там опасно. Я тихо. It was just fine when you drove it in this morning. I don't see what would have changed. The beach watch changed, and I don't want to take any chances. Not that load on board. If you're scared to drive it, I can find someone else. I'm not scared. Давай, давай, давай. Cautious. And you should be too, mate. Ерунда. Да. Блин. Прошел. Там стрелять можно. Если здесь садик, он будет в самом центре их штаба. Там, куда ты идешь. Сэм, Грим, грузовик пошел. Жучок работает. Супер. Отследим его хоть на другом конце света. Тихо. Пока нормально идем. Все. Ой, все плывет в глазах. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Это газ. Так. Можно было бы обойти, да, его? Или как? Или под... А, во, по низу, да, можно было? Показатели у тебя так себе. Только скажи, я прибегу. Отставить. Лучше отход прикроешь. Наша главная цель — садик, а не я. Фух. Ну, пока вроде нормально, да? Только у меня все кружится. Кто там? Все нормально, собак вырубили. Вот здесь вот лестница, вот она. Пойдем. Ну давай, беременная черепаха. Высокое давление, почему одышка, тахикардия. Сэм, все это симптомы действия нервного газа. Я в норме. Я пока держусь, не надо меня так категорично хоронить-то сейчас. Опа! И я тут. Кувырок. Ага, норма. А он точно такой же, поди, да? Пойдем, пойдем. Мне свежий воздух очень нужен сейчас. Где-нибудь лечь, прилечь.
врач, Сэм. Нет. Просто... Да. Он не отвечает, я пошел. Это глупое геройство у тебя. Ничем не подкреплено. Просто самоубийство. На почве мести. Глупо. Я так думал, что этим, наверное, и должно было закончиться. Ну да. Так. Хоп. Сэм, ты как? Убираемся отсюда. Давай, это чё, чё? Это чьё было? Да что за терминаторы? Дымовые! У них тепловизоры. Их много, в открытую не одолеть. Я их отвлеку. Зайди сбоку и мочи их. Так. Оружие, вот чего у меня нету. Блин, по шарабам стрелять. Вот так. Подожди, подожди, подожди. Давай, череп свой покажи. Давай, 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 ага, сейчас. У меня тут оружие-то должно быть. Так. Сектор чист. Ты как, Сэм? Сэм! Так, я не могу, да, оружие-то поменять? Блин, сейчас этот еще там. А я еще не отошел после газа. Вы почти успели. Бегом в двойные двери. Так. Они не пускают нас наверх. Так. Блин. Хорошо стреляет, подлец. Ой, подожди, подожди. Не тормози, Сэм. Как это не тормози? А мне оружие надо. Вот, свежий воздух. Чисто. Сейчас должно полегчать. Все чисто. Грим, маяк на месте. Вертолет вылетел. Опа. Держи свой нож. Сэм. Такое чувство, как будто мою приблуду забрал себе. Ты мог убить его. Садик был наш. Да пошел нахрен. Что мне было делать? Закончить дело, Брикс. Нет, ничего важнее. Ни я, ни ты.
Господи. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, увидимся уже в следующем видео. Пока.